Добрый вечер, дамы и господа. У нас Infinity Crunch. И мы пытаемся потихонечку докачать на рублей. То есть нам, в принципе, исход матча не важен. Нам важно только количество СПП, полученного полезными игроками за матч. Конечно, попробуем победить. Но что-то я не уверен в нурглях на таком ТВ. Предар. Я не продался хаоситам. Я уже очень давно планировал поиграть нурглями. Очень давно. Собственно, еще до выхода нурглей, когда они вышли, я вот создал нурглей в Infinity Crunch, так как в основной лиге я не хочу им играть. Вот и все. И это работает примерно вот так. Итак, ладно. Монетка. Мы берем защиту, конечно же. Я давно рассчитывал, да, да. С тех самых пор, когда дичайшим образом пригорел от... от того, что творят мои эльфы на поле. Когда у меня там первые четыре, что ли, подохли, или около того. Наши тентакли. Какие наши? Кто это мы, Дар? Никаких мы не существует. Так, ладно. У нас нет аптеки. У оппонента есть и аптека, и девочка, и фан-фактор. Нечестно, нечестно получается. У нас запаса нет. Да, надо себе запас создать. То без запаса играть как не камильфо. Хорошо. Ну и, собственно, еще раз добрый вечер всем, кто подошел. Ну, конечно же, мы с помощью нашего великого кика выбиваем ровно в центр. Зерчик дали. Во, назад. Назад лучше, чем вперед. В некрофри рольнуться. У них есть реген, они умирают в полтора раза обиднее. Обиднее, да. Не, ну, вообще в некрах есть своя тема. Но проблема в том, что... как бы... очень сильно нужны дубли на волках. Хотя бы по одному дублю на волка хорошо бы иметь. Яй, но восьмой армор держит. Так, а кто у нас новичок? Варптен у нас новичок. Так, навоняем на лицо. Навоняем на лицо. Ну, на каждого волка, я имею в виду. Кстати, он испугался, это 1D. Может перебросить. Перебросил. Хорошо. Дабл черепа. Вот так вот мы побеждаем в оппонента. А второй на МБ для второго волка. Как бы, сэр. Там идея именно такая. Да, 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 да. Именно так. Будем ли мы кого-нибудь бить? Вообще, надо кого-нибудь ударить. Желательно больно. 4. 4. То есть мы будем бить куда-то сюда.
Блин, разменивать его на Холопуса мне не очень охота, но походу придется. Нам Нургл дал стальные руки-крюки. А, гнилые руки-крюки, точно. Гнилыми лучше получается. Так, хорошо. Ну, идем как-то вот так, да? Мы бьем как-то вот так. И МБ не работает на холопа. Я бы сказал, что это немного провал. Ну, я бы няшку ударил, конечно, еще бы. Может быть, качнулась. Но кого я хочу или не хочу освобождать? Вот этого холопа или вот этого холопа? Наверное, вот этого холопа попробуем ударить. О, шестерочка есть. Давай, няша! Правильно, плевуху ему. Чтобы он с блоком пошел вон. Ну да, волки очень дорогие, на мой взгляд. Или вкус, я не знаю, как это назвать. Но невероятная дороговизна. Волков, конечно, поражает. С чего ты прешься, Дар? Ассист сюда. Ну ладно, ну и пофиг. Все лучше, Алисар. Все лучше крыскам. Нам Нургл дал гнилые руки-крюки. И сердце пламен гнилостный. Или желудка гнилостный. Дозвон, блин, я не знаю. А? Боись? Правильно. Рыгнул ему на лицо. Это хорошо. Это 1D без блока. Хоть здесь не потратил переброс. Зато здесь был успешный блок, кстати. 2-3. Хорошо. Это можно назвать успехом. Удар здесь. Удар здесь. Парень перебегает сюда. Блиц можно ударить здесь. БД. Я без блока, он без блока. Терновер. Это не было в моих планах. Блин. Ну и ладно. Так. Пытаемся нафармить что-нибудь на холопах, но оно что-то не фармится, я понял. Нам Нургл дал стальные руки. А, то, что он постоянно чавкает, как будто он движется. И сердце гнилостный мотор. Вот, блин. Это делает многие мувы не такими веселыми. В будущем. Ладно. Мы можем ударить отсюда. Протолкнуть вориора сюда. Или... А, толкнуть холопа можно, кстати. Блин, это спринт. Это спринт. Значит, нас не очень интересует. Так, давайте думать здесь. Например, мы блицуем отсюда. Что мы получаем? Ничем полезного не получаем, поэтому блицуем отсюда. Штрелочка. Штрелочка.
Так, ну давай, крокозябра. Только не затупи. Хорошо. Два плюс как раз два плюса удался. Что нам даст фол этого парня? 3, 4, 5. Как минимум вот здесь вот будет хилку сложнее дать. Не удалось. Не пробили. Мы старались? Ну, наверное. Тут. Где-то мы кинули дабл единицу. Сдоджена дабл единица. Взяткой. Ничего с козлом. А, да, есть такое. Ну, здесь, в принципе, бегать по большой дуге. Так что я надеюсь, что это не удастся. Да блин! Это провал. Что-то дабл единицы, блок, опять дабл единицы. И это провальчик какой-то был такой, знаете ли. У нас есть сейфти, то хорошо. Что-то нас башит. А мы не можем нафармить СПП-шечку себе. А ведь я тут ради СПП-шечки пришел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, мува ровно хватает. Смерть шпионом? А, окей. Да-да-да, Макс, именно они. Нам Нургл дал гнилые руки-крюки. И в промежность пламенный мотор. Словил ответочку? Ну, я не ответочку словил. Я прям словил... А, где он тут? Я словил дабл-единицу. И потом опять дабл-единицу. То есть, тут неприятно было. Я бы сказал так. Ты еще порычи, порычи на меня еще. А, уфыс, да. Максимальная броня дает СПП. Не дает СПП? А, бывает такая подстава. И куда ты побежишь? Так, и кого мы можем освободить еще? Вот что вопрос. О, опять такой. Хорошо, на этом парне будем фармить СПП-шечку. Это 1D. Ну, здесь точно будет 1D. А, у меня, если его уронят сюда, ничего. Если сюда, то будет удар сюда. Голка это столба баба. Возможно, да. О, кстати, интересное решение. Он решает отступить. Retreat is our option, так сказать. Блин, что, мы будем два ГФИ с плургиолой, что ли, делать? Ну да, получается два ГФИ с плургиолой. Опа, нырк. Нырк. Нырк, это хорошо. Ну, это успех. Тут, по-моему, двойка была или что-то такое. Шестерка даже. Мы можем отсюда ударить. Парень, правда, никуда не добегает, но мы можем ударить отсюда. А, или не можем. Или не можем. Что-то тут прям совсем все хорошо по кубам. Но мы выманили мага. Мы выманили мага. А может быть корова. Па-па-ра-па-па-па-па. Но тоже ничего. Здесь два, здесь два. Здесь два с блоком. С них начнем. Здесь нету двух с блоком. Окей. Это какой-то крестьянин неубиваемый. Он просто... Просто неубиваемый парень, потому что он все время стоит. Маг был зря, думаешь? А мне понравилось.
Полить чёрка, это, кстати, неплохая идея. В принципе-то. О, первый Mighty Blow начал работать. Правда, здесь не нужен был Mighty Blow. Это просто МНГ. Так, фармится из ППшенька. Ну, это я помню. Это я помню. Спасибо. Ладно, здесь мы должны ударить тут. Вопрос вот в чем. Если я освобожу этого дурачка... Мерзкий башер, да. Ну, на самом деле, здесь эльф бы травмировал этого парня. Ладно. Блин, все как-то ненадежно, поэтому ударим вот так. Нет, слабенько. Бывает. Так, иди-ка вот со Сплургелой поговори. Это 3+, это 3+. Так, если мы здесь падаем, то все у нас не очень хорошо. Но мы можем пододжиться вот тут. И если здесь падаем, то нам пофигу вообще. И это более-менее нас устраивает. Единственное, что Nurgle Warrior достаточно медленный. Хотя он Operation Qual. Этот не добегает, этот не добегает. Ну, у меня будет еще один ход, как бы. Минимум, чтобы попытаться добежать. Удар здесь, удар здесь. Парень подойдет сюда. Ага, а мы стоим. А мы стоим. И это хорошо. Это самый унылый, это ржавчина. Это даже не этот, не металл никакой. Не, feel the power, нет. А не, нормально все. Был заговор, да. Это был заговор. Ну, это и есть заговор даже до сих пор. Так. Если мы блицуем здесь, то что мы делаем тут? Предаду. Нам Нургл дал гнилые руки-крюки. Ну, красный кидать не очень здесь удобно, на самом деле. Маг, конечно, хорошо сыграл, блин. Потом голд вылетел. Неприятствие, но это рессл. А рессл это нормально, мы просто встанем здесь. А вот здесь вот не очень приятно. Совсем не очень приятно, совсем-совсем не очень приятно. Встаешь. Ты идешь сюда, чтобы поснимать все ассисты. Да ладно, дабл черепа? Сейчас, правда?
Да-да-да. Бэкбол пробит. Поэтому ничего не получилось особо. Хорошо. Блин, у меня очень много мува. Пожадничал. Ложимся. Давайте публицуем с МБ. Так, если я бью сюда и отбрасываю его сюда, то начинает давать ассисты. Соответственно, его выгоднее бросить сюда. Ну и тут удар. Так себе. Вот этот парень, по-моему, еще ни разу за игру не упал. Вот этот парень. Его реально защищает аура дебилизма. Так, и будем два гофа и кидать. Если он не заносит сейчас. Он решает ничего не делать, сразу заносить. Хорошо. Блокер слез. Блокер слез, это звучит отважно. Так, у меня козел встал. Это хорошо. И у меня есть три хода на занос. У него нету перебросов, кстати. До сих пор есть взятка, правда, пофигу. Ну, по крайней мере... А, теперь вот здесь сразу показана травма, а не вот здесь. Хорошо, теперь сразу видно, кто на что травмирован за полем. Блокер слез, да. Боль. Вот, блокер слез, да. Ну, пойдем здесь, потому что холопа здесь нету с этим, с блоком. Соответственно, холоп хоть и придет попозже. А, блиц. Этот подойдет сюда. И тут будет блицевать. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Да, Дар, обнову сегодня поставили.
Ну, все равно ничего не мешает лицевать. Где-то часиков 2 она вышла, по-моему. Ну, или около того. Не, на этой неделе Сид говорил, уже выйдет. Добрый вечер, швед. Да, это Infinity. Так, 3 здесь есть. Здесь 2 дурачка. Мои козлы. Один тут, один здесь. Спокойной ночи, Дар. Ржавеем, да. Просто со всей нургельской мощи ржавеем. Может, этого дурака здесь оставить? Нет, этого дурака не стоит. Мне моих медиков? Да, они и так со мной, Дар. Мои медики и так со мной. Так что я не парюсь. Нам нургл дал. Гнилые руки-крюки. Это что-то незаконно. Вообще незаконно. Парень должен был давать ассист. Ладно. Хорошо. Хорошо. Но это незаконно. Повторяю, незаконно. Блин. Идем сюда. Сюда в 3 куба, сюда в 2. И надо бить в 2 куба, чтобы что-то сделать. Какая хрень. Что там с холопами ничего сделать даже не можем. Холопы не падают, не растет кокос. И холоп не падает, и не растет кокос. Этот бист блоком, да. Бист он такой. Ну, этот конкретный бист он такой, да. Не, что-то не башится. И холоп не башится, и не растет кокос. Ладно. Ой, сколько же здесь дырок. Сколько здесь дыр. Этот парень добегает. Бежим. Карл, спасаемся. Недорого? Хорошо. Что недорого? Но нет, я лучше пройду бесплатные курсы повышения квалификации. Один куб в мяч? Ну-ка расскажи мне, как он сделает один куб в мяч. Прям расскажи мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не добегает. Никто не добегает. Он не добегал отсюда.
неудача. Это фиаско. Братан. Мы здесь. О, этот парень все равно добегает, кстати. С двумя... С тремя ГФИ этот парень добегает. Так что у меня есть тут... быстрый Джо. О, два ГФИ, да. Надо больше ГФИ, богу ГФИ, я понимаю. Я на Джое увидел, Макс. Я увидел на Джое и запомнил это дерьмо. На YouTube, конечно, стримлю. Можно поднять этого парня. В принципе. И весело на всех повонять. Три куба. Хо-хо, какие шикарные три куба. Ну, а тебе по лицу. Холопствующее говно. Да что, это плюс молный парень, да? Да, хватит. Это бессмертные холопы, которые никогда не падают. Ладно, неважно. Так, он убегает с одним ГФИ. Хочется сюда ударить, на самом деле. А получится ли, не знаю. Да. Хорошо. Одно ГФИ здесь, чтобы забежать сюда и спрятаться. Чтобы отсюда нельзя было даже с доджами забежать. Ну, в принципе, он то стоит. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть, семь, да. Блин, проще сюда было вставать, ну окей. Все равно надо забегать кем-то. Ей, мы куда-то забежали кем-то. Хорошо. Да не собьешь ты его. Он стойкий, как твои холопы. Как тысяча чертей, нет? Не такой стойкий. Ну ладно. Ну и ладно. Просто решается, на самом деле.
Не добегаю даже на грязи. Он, кстати, с двумя ГФИ можно было бы кинуть желтый даже пас, если бы этот парень добегал. Ого, накидал-то грязи, нагрязнил-то на одном кубе. Хрен там. Лежать. А, не с поля, да? Жалко. Жалко, что не с поля. Поднимись-ка, будь-ка любезен, пожалуйста. Да блин. Что-то неудача получилась. Пас сюда ради одного из ПП и возможности апнуться. И здесь блиц. Ой, давай. Ого. Ого. Не, холопы это нечто. Они вообще не падают в этой игре. Именно в этой. Так, плюс полезнее удара без блока. Я же говорю, холопы несбиваемые. Так, ладно. Че, все, да? Блин, он не поднялся. Он не поднялся. Это провальчик. Привет, Демет. И как? Успехи? Игорь, это индусменты для всех команд с регенерацией. У Нурглей почти у всех регенерация. Так, а что изменилось-то? А, изменилось то, что нам теперь не обязательно торопиться. У меня появился козлик. Выиграл. Ну, выиграл, это хорошо. Что ты выиграл. Да. Но то, что, понятно, перебросы появились, мне, конечно, не нравится. Блиц! Скорость без границ. Что-то последнее время я постоянно себе в лицо блицы ловлю. То есть стабильно один раз за игру я получу себе в лицо блиц. Вот прям стабильно. Надо с этим что-то делать. Я, конечно, расставился неплохо, но, блин. Он сейчас попытается забежать. О, еще минус один. До нашей атаки мы уже потеряли одного. Неприятно.
У нас еще атака не началась, у нас уже минус один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. До мяча добегает. Раз, два. Можно его блицевать, в принципе. Так я не прочь. Я в смысле не против такого улучшения, чтобы медики, типа, еще улучшались. Вот вообще ни разу. Ты только не забывай, что на меня и Игорь работает. Блин, это как будто я заикаюсь. И Игорь. Так вот, Игорь тоже работает на меня, и как бы он и реген подрывает. Специально обученный Игорь. Игорь. Блин, хорошо, надо мяч подобрать. Хорошему надо подобрать мяч, но мы блицуем. Нам надо вот этого парнишку уложить куда-то вот сюда. Чтобы к нему подошел дяденька. Имхотеп. Что-то как-то в меньшинстве неприятно играть с самого начала. Вроде как я должен лос избивать, а что-то как он не избивается нифига. Да хватит. Я охренею с этих холопов. Вот не падают. Холопы не падают просто в этом матче. А пора бы по-хорошему падать. А кто-нибудь добегает вообще, нет? Не добегает, это не добегает. Хорошо. Как это работает? Да, опять встречанка. Есть такое. Это что-то нечто просто. Блин, будет этого парня. Ваша удача, да. Которого сами, да, убили камнем. Именно так. Так, ладно, надо здесь уже собираться в кучу. Чтобы угрожать всем своим могучим присутствием. Трехногий блицер. Да. Дорогу риц. Ну, блин, у меня вообще кубы не идут. То есть это даже не эльфийские кубы, они просто не идут никакие. Ну, я хоть пас отдал. То есть я 3 из ПП-то заработал. Пас и травма этого чувачка. Ну, это 2 плюс, получается. Что там, 2 плюс, 2 плюс. И потом еще 2 плюс, 2 плюс, 2 плюс. Ну, в принципе, вполне реально. Вполне реально. Козла моего обижать собираются. Нет, не нравится. А, он сюда решил дать. А, у меня тоже стойкий оловянный козел. Привет, Сандвикин. Ну, вообще хороший план, надо было идти. Оба парня с блоком, этот парень без блока. Не хватает одного ассиста.
Затупила. Крокозябрина моя. Не вовремя. В очередной раз крокозябрина затупила не вовремя. Ой, я охренею. Ребят, ну переставайте. Вас устраивает три комбинации, как бы. И вы ни хрена ничего сделать не можете. Реально, переставайте уже. Я могу дать один куб себе в лицо. Это какой-то просто встречанка последней степени. Она сегодня перестанет? Меня отпустят? Тут делать, в принципе, все равно нечего. Хоп-хоп. Хоп, все. Поедателя стрелок. Да, было бы неплохо, кстати. Поедатель стрелок, ничего такой парень. Я не знаю, я весь первый тайм кидал стрелки, и сейчас я почти весь тайм кидаю стрелки. Ну, почти. Здесь все-таки АДБД было. Все остальное это стрелки. Да, вот сюда хороший план идти. Сейчас Плургиола затупил. Не очень, конечно, получилось. Получается. Когда-нибудь я начну кидать не стрелки, а 5-6. И все-таки валить крестьян. И они начнут пробиваться. Ой, блин. А, вместо авантюрно пробивать крестьян, ну тоже неплохо, на самом деле. Опа, испугался, 1D. Уже хорошо. Паролил, да? Да. Паролил что? А, у меня же это тупит. Это 2D, даже... Даже так это 2D. Хорошо. Блин. Да-да-да-да-да. Ну что ж ты так? Ну не знаю, так получилось, что холопы. Привет, уфыст. Ну, не совсем. Мне уронить сложнее всего холопа. Вот в чем дело. А не пробить там или еще что-то такое. Не-не-не, мне именно уронить самое сложное этого парня. Похоже на массовый контакт. Интересно. Надо включить какахинс, ударить сюда. Можно будет ударить сюда. Там массовый обжим пошел. Соблюдает свой режим. Джим знает, что мы не повалим никого. Джим знает, что мы кинем стрелок в гору. Джим.
Ага, это вот так работает, да? Ну, кстати, а почему бы и нет? То есть я облицую вверх. Пятерочка есть. Неплохо. Пошел вон. Привет, Эстудо. Либо на 3 плюс додж, либо удар. Либо здесь 3 плюс. Да, здесь 3 плюс попробуем. Хорошо, удалось. Ой, что-то я ерунду какую-то сделал. Зачем я на него-то кинул? И здесь я не уронил никого. Больше стрелок, богу, стрелок. Вот здесь я ерунду сделал, вообще откровенно. Да-да-да, вот здесь вот я взял и клетку себе помарчил. Ну ладно, когда-нибудь они начнут пробиваться. А я перестану кидать миллиарды и стрелок. Шестерочка, плохо. Возможно, придется на 3 плюс доджить. Посмотрим. Или он будет на 3 плюс доджить и бить сюда. Дед, ты перестану? Ну, пожалуйста, Орбит. На самом деле, это просто говорит о том, что я отвратительно кидаю кубы, и выше четверки у меня, ну, выше шестерки, да, там получается суммарно. 6-7 я кидаю постоянно. Ну, кто так... Кто ж так успешно доджит? Иди отсюда. Я знал. Жаль только, что не АДАД. Одного парня мы можем снять. Этого парня мы поднимем. Этого парня вообще трогать не будем. Этого парня ударим. Везде 1D. Наконец-то! Наконец-то мы повалили холопа. Найс. Вообще можно вот так как-то ударить. Опять не повалили. Окей. Уже кто-то косячит. Ну, на работе всегда так, что отвернись, уже кто-то косячит. Оу, щит. Переброс. Я не смог. Ой, еще и сам пробился, кстати. Что-то я на свой армор кидаю лучше, чем на армор оппонента.
Чё, ты зря так пробился, козлинка. Зря. О чем это говорит? Надо этот додж нарыть. Все потому что, блин, и Блиц ко мне в лицо пришел, и вот эти дурачки, точнее, вот один не встал. Дурачок. Второй почему-то вылетел за поле, хотя меня бьют без Mighty Blow, а я с Mighty Blow. В общем, что-то ничего не работает. Заносить будет гнилевик? Может быть, может быть. Ну, либо толкаешь, но я тогда с мячика не слазю, либо БД. Тогда я слазю с мячика. Зря. Я бы на БД падал. Ну, окей. А, шестерочка, плохо. Значит, будет Сплургиола заносить. Единичка гилки. А, ты что? Это больно. Как это Бретония так делает? Как она меня башит без Mighty Blow? А я с Mighty Blow не могу. Ну что такое? Причем парень лезет в контакт, и я просто его не могу повалить. Он у меня одного игрока пока не повалил за все блоки. Давай, пора уж что-нибудь мне тоже делать. Типа удар сюда, например. Так, удар сюда. Освобождаем Какахина. Какахин приезжает сюда. И будет тусить на мече. Хорошо, удар сюда. Подожди, удар сюда получается. Какахин сюда, Блиц сюда. Во, вот так делается. Уф, и Стас спроси, ну, не знаю. Надо будет. С другой стороны, меня Нав башил этими нулевыми хаями. Просто по минус игроку заход. В принципе, какая разница? Шесть. Три. Шесть. Нормально. Два, три плюс, два плюс, два плюс. Там на все успех. Миллиарды успеха. Разошлись, разошлись. Да, я чувствую, это 1-0. Либо я на дикой грязи только занесу. Пора бы уже пытаться что-то придумать. Ой, еще 4 плюс по двор на изи. А какие-нибудь провалы вообще предвидятся? На горизонте, нет? Походу, нет. Судя по тому, куда он убегает. Ну да. Что-то жесть какая-то. Просто навыносил мне всю команду с поля. Бывает и бредом заходят кубы. Но здесь не заходят. Здесь прям дикие кубы. Я бы сказал, дичайшие. По успешности. А, ну да, я же могу так ударить. О! Отлично ударил. Шикарно. Все, умри уже. Хватит меня марчить. Да не, пофигу вообще. Понимаешь, тут в чем дело? Я никого не потерял до сих пор. То есть, идея в чем? Я просто получу свое СПП. Кого бить-то? Кого бы бить? Не удалось.
этот дурачок. Что-то я как-то прокликал. Я хотел вот так ударить, а получилась какая-то лажа. Нет, СПП одинаково дают. Другое дело, что как бы мы не можем в победу на данный момент. Соответственно, раз мы не можем в победу на данном этапе, то какая разница? Нас просто забашили, потому что мы кидали стрелки всю дорогу. Ну да, уфист. Есть такое. Что-то нам не повезло. Что-то нам не повезло. И на блице у нас тупняк. Ну, СПП за мячик не будет, потому что мы не смогли в мячик. Мы не смогли в кубы тупо. Причем, в принципе... Точнее как? Мы смогли в кубы в разы хуже, чем оппонент. Вот и все. Прям в разы. Такие игры случаются. Главное, чтобы мы никого не потеряли. На остальное пофигу. О, это пол. Это уже излишки. Тварь еще и смеется. Пиар, пофигу вообще. Здорово, кстати. Самовыпилился, хорошо. Самовыпиливание мне нравится. Ну ладно. Я так понимаю, это для статистики, да? Типа, что... Твои ребята тоже что-то умеют. Вот тебе для статистики. Охренеть, я даже кого-то сбивать начал. Вы же смотрите, а. Уа-ха-ха. Как-то так. А, теория? Ну, теория такая, да. Я играю за башеров не из-за того, что они там 8 плюс кидают на изи. Ну, в смысле, здесь я играю за Нургли, не потому что они 8 плюс кидают. Хорошо. 5, 6. Нормально. Точнее, не так. Именно здесь я взял Нурглей, не потому что им надо 8 плюс постоянно кидать. Потому что я устал вот от такой игры, когда у меня вся команда в колокольчиках и смертях. Будем грязнить. На остальное пофигу пока что. Поднимем. Какая-то он должен сюда будет прийти. Дальше надо смотреть. Хорошо, не упал. Значит, холопа не отпустим. А, двухкратная пиор. как меня радует этот сегодняшний матч. Ладно, мы строим колокольню. Заносит, окей. Okay.
Сколько, интересно, встанет? Из пяти, да, по-моему, да, из пяти. Двое. Хорошо. У него все. У него тоже двое поднялись. Нормально. Че там накидал, кстати? А, я троечек накидал, кстати. С двумя. С одной девочкой, в принципе, стало бы больше. Ну и ладно. Так, надо варптеном тогда пас отдать. Остальное не особо важно. Опять риск, который не дает. Ага. Второй блиц в лицо. Ну, я надеюсь, это моя худшая игра или его лучшая игра. То есть дальше у меня будет лучше. НТ-май, да ниоткуда они не выросли. Дедушка завещал. Че он тут еще пытается еще занести мне? Ну, неплохой шанс, кстати. Шансы неплохие. Даже если я здесь встану. Здесь встану. У меня все равно будет шансы. Привет, Хунта. О, еще и СПП-шенька пришла. Хорошо. Минус сила. Да плевать вообще на него. Холоп. А, нет, смотри, на ВХ похилил. Так, это значит, этот парень уже с МВП может апнуться. Идем дальше. Не. Конечно, Макбес. Сейчас, секундочку. Я знаю. Так, Макбес. Сейчас, держи. Вот ей переброс понадобился. В смысле, мне понадобился переброс. И опять я не могу сбить линеек. Ну что это такое? Здравствуй, фанмод. О, не хорошо. Теперь добегает только один достаточно легко парень. Ну, ты вставай тогда. Ты будешь доджиться, если что-то пойдет не так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Сюда!
О, второй раз не повалил кого-то у меня. Хорошо. Этот мерзкий бидонец собирается забить где-то в этом районе. В смысле, в районе этого хода где-то. О, да, вот это, кстати, нормальная тема, мне нравится. С одной ГФИ я могу помарчить боль. Боль помарчить, нормальная тема. Так, ладно. Встаешь? Нет, не дам. Зря только забегал. Очень медленно, но пафосно, да, вперед к мечте. Ну что ж ты его не травмировал, ты еще одна СПП-шенька от себя. И этот не умеет. Еще никто ничего не умеет сегодня, а? Хотя здесь было выгоднее бить. Да вообще стало додос. Сам тащусь от своей стратегии на атаку. И здесь ничего. Может быть здесь? Чё-то сплошная фигня. Кого? Орков? Может быть, под этой броней орки? Кстати, цвет брони security напоминает. Да, напоминает security armor по цвету. Да. Чёрка-холоп. Он как чёрк, только он холоп. Как новые на ходулях. Может быть. Может быть. Оп. Но это эльфийский додж, после него шестерка обычно приходит, или пятерка. Давай, сейчас пятерка будет. Оп! Кто проживает на дне океана? Грязный рандом. Блин. Я надеюсь, ты приенешься хотя бы, дурачок. А, БХ, без разницы. Ой, там дабл единицы. Блин. Ну нет же. Столько трудов, и все зря. Не, ну после 1-3-1 просто не может прийти не... Ну, 1-2 просто не может прийти, так что все нормально. Оп. 3-0. Не везет так по-крупному. Ладно, посмотрим, куда МВП хотя бы придет.
Эй! О, пятерочка, отлично. Шикарно. Галима. Я же... неважно, 10 на 10. Кстати, он меня пробивал столько же, сколько я его. При этом я блоков сделал 62 против 37. Шикарно. Сколько я тут? 5, 7. Так, это 10, да? 11, 14, 17. На 7 мы отстали. Неважно вообще. Чуть-чуть мы меньше били. У нас был чуть-чуть Mighty Blow. Мы били чуть-чуть меньше. И пробивались чуть-чуть хуже. Точнее, чуть-чуть, да, хуже пробивались. Чуть-чуть лучше пробивали. В общем, все в нашу пользу идет. В принципе, вот так это работает.